Сентябрь 2017 года. День рождения нашего отряда. Нам 7 лет. Впервые мы отмечаем его не одни, а с друзьями по клубу исследователей природы Алтая и с кислухинским заказником в лице егеря Сергея Войдукова. Оказывается, наш отряд родился в один день с заказником 9 сентября. Итак, закончился еще один полевой сезон, во время которого мы работали по проекту «Познавай и сохраняй свой родной Алтайский край». Как же мы докатились до такой жизни? Когда в наших походах появилась исследовательская составляющая? Когда просто путешествия стали путешествиями со смыслом? Поразмыслив немного, я пришел к выводу, что это было с самого начала. Мы все время что-то искали, исследовали. Об этом говорят даже названия наших фильмов. Путешествие со смыслом – это гораздо интереснее, чем это ездить и ничего не делать. Мы находим всякие разные растения, краснокнижные или простые. Надо ехать хорошо и смотреть в оба, чтобы увидеть редкие растения и редких зверей. И смотреть на небо – это самое главное, потому что в небе много птиц, которые очень-очень редкие. Ну что же, попробуем доказать, что путешествие со смыслом интереснее обычных. Одно из наших самых интересных и увлекательных занятий – это поиск редких видов растений и животных. А что нужно для этого? Ну, для начала нужен какой-нибудь транспорт, чтобы был не сильно медленный, но и не сильно быстрый. Иначе вы не успеете увидеть что-то редкое или не услышите, если это животное. Этот краснодневзаметил первым Богдан, проезжая мимо березового леса на велосипеде. Засмотревшись на эту красоту, он даже свалился с велика. Но не ко всем краснокнижникам легко подобраться. Иной раз для хорошего кадра приходится лезть в воду. Это кувшинка? Чисто белая. Чисто белая. Итак, снято. Лезем дальше. Куда это? Приветик. Куда вы? Кувшинки искать. Белые. Там и есть они. Тут, тут остров на воде, вон шатается все. Все шатается. Здесь мы вообще еще вот коленку поднимаю. Погрязи. По колено погрязи. Там и ради того, чтобы снять кувшинки. Они держат аппаратуру, держат, пока я сейчас буду снимать кувшинки. Как вы могли заметить, пацанов распирает от счастья и радости во время таких подвигов. Жирает, как тут вообще ходить можно? Ой, я тону. Но зато мы нашли чилим. А если еще и дождь весь день, вообще жесть. Мы нашли много чилимов, я весь промок, даже ботинки насквозь, ага, и носки тем более, и штаны, даже футболка. В Тальменском районе мы нашли 4 озера с чилимом. Удивило озеро Гришатское. Если в 2016 году мы едва насчитали в нем 20 растений, то в 2017 оно было почти сплошь покрыто зарослями чилима. А вот что мы совсем не ожидали, так это найти рагульник в Заринском районе. Возле села Грешино на пруду мы нашли чилим. На пруду, на реке Крутиха, у самой плотины плавали несколько замоченных растений. Но этого же мало. Где-то на пруду должна быть основная популяция. Через несколько дней приехали уже сюда на УАЗике с лодкой. И поиски увенчались успехом. Да, есть несколько растений у правого берега.
путешествие со смыслом интереснее, потому что ты открываешь для себя что-то новое. Узнаешь новые виды животных, растений. Просто так ездить, путешествовать — это скучно. А исследовать интереснее. Ты открываешь для себя мир, другой мир. И этот другой мир местами еще сохранился. Например, в окрестностях села Инюшово Зринского района. Здесь, в долине реки Инюшиха, рано весной мы искали редкое растение черневой тайги – волчий ягодник. Он должен здесь быть. Его находили раньше студенты-биологи во время полевой практики. Места здесь были настолько необычны, нереальны, что иногда нам даже казалось, что мы попали в далекое прошлое. Мы находимся в древнем лесу около Инюшова. Когда мы приезжали в Инюшово, всегда шел дождь. Поэтому из маршрута мы возвращались с большими запасами воды. Смотрите, как у меня. А теперь у меня. Мы идем вдоль реки Инюшиха и ищем редкие растения. Пока. Это будет классно. Мы найдем и будем героями. Вы будете нам завидовать. Мы идем очень далеко, усердно. Не можем найти башмачки. Сколько мы идем, сколько мест обыскали, мы все равно не нашли. Да, башмачки мы здесь не нашли. Но зато обнаружили их совсем в другом месте, в котором даже не ожидали их найти. Мы нашли венерины башмачки. Кто-то может спросить, а зачем все это? Зачем мучиться искать этих краснокнижников? Ответ здесь простой – чтобы сохранить природу. Мы много путешествуем и можем сказать, что нетронутых уголков природы осталось мало. Находя какой-нибудь вид, занесенный в Красную книгу, мы сохраняем не только этот вид, но и то место, где он обитает. Поясним на примере. В 2016 году вместе с клубом исследователей природы Алтая мы нашли гнездо черного аиста. В нем насиживала кладку аистиха. Лес вокруг был диким, нетронутым, очень красивым. Но уже следующим летом нас ждал сюрприз. Мы приехали в гнездо черного аиста проверить птенцов. И нашли, что здесь проводится рубка деревьев. Но, слава богу, до гнезда лесорубы не дошли. Оставалось всего 150 метров. Мы нашли гнездо черного аиста. И там три птенца. Благодаря оперативным действиям отдела ООПТ Министерства природы Алтайского края рубка была остановлена. И теперь в радиусе 300 метров от гнезда она полностью запрещена. Вот такой пример, как можно сохранить, хоть и небольшой, кусочек природы. Надеюсь, мы убедили вас, что путешествовать со смыслом гораздо интереснее. Если нет, то ждите следующих наших фильмов. Будет еще интереснее.